Необычную прогулку по Ханты-Мансийску организовали для маломобильных югорчан. Эксперты вооружились линейками, фотоаппаратами и отправились проверять детские площадки и общественные стоянки на доступность. По дороге обращали внимание на понижение бордюров, установленные знаки и удобство пешеходных переходов, например, для колясочников и инвалидов по зрению и слуху. Все впечатления ревизоры фиксировали на камеру. Затем они проверят все необходимые документы и сформируют отчеты с замечаниями и предложениями. К слову, Ханты-Мансийск стал первым муниципалитетом в округе, где запустили систему сертификации объектов общедоступного пользования. Если рассматривать в целом доступность объектов для инвалидов и маломобильных групп населения. Дети, пожилые – это маломобильные группы. И инвалиды точно так же входят в состав маломобильных групп населения. Только им требуются более жесткие какие-то условия по тем или иным параметрам.